Всем привет, меня зовут Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixel Mod. Так, в прошлом эпизоде мы себе уже наконец-то сделали вот эти две машины. Машин какая-то там, Fossil Machine и Fossil Cleaner. Это для того, чтобы вот находить вот такие какие-то фоссилы, закаменелые покемоны, чтобы их как бы оживлять. Так, думаю, в этом эпизоде я уже вот сейчас даже сразу поставлю их как бы воскрешаться. И пока оно делается, я делаю себе покеболы. Как вы заметили, у меня просто дофигище было желтых покеболов и... какие покеболы? Желтых априконов и достаточно-таки уже много черных априконов. И я еще, может, где-то минут 20 посидел вне съемки и надебал себе еще так достаточно априконов. Ну так, что? Ставлю уже сразу вот этот камень. Как бы закаменелый какой-то покемон, Анорит, или как это читается. Ладно, все ставим. Как видите, вот 100% здесь должно быть, и понемножку уже эволюционирует. Ну, воскрешается. Так, пойдем сделаем себе покеболы. Сколько? 21 штука тут выйдет. Так, а 22... Да, 22 штуки. Так, сколько тут еще? Я еще могу сделать 30 покеболов. Только еще мне нужно будет камень, чтобы сделать вот эти фигни, как кнопки. И, ну и немножко железа. Ну, железа у меня более-менее пока достаточно есть. Вот тут еще 3 части для покеболов нижних. 63 железа, и вот тут еще нужно переплавить. Так, ну там уже делается вроде. Да. Уже вот какая-то тут фигня мелкая появляется. Так, где наши покеболы? Вот тут. Ну и еще 33. Уже 33%. Ну, пойду пока немножко найду, ну, что-то глючит, или мне кажется. Хотя какие кажется. Так, ладно, вот это я пока не буду вот этого покемона ловить, но все-таки я его хочу словить, но пока не буду, так как эта серия, этот эпизод как бы посвящен вот тому покемону, который у нас появится. А вот второго покемона уже можно будет просто-напросто потом словить. Так, и... Ну тут больше уже нету нормальных. Каких-то сильных покемонов вообще уже нету. Так, покушать бы. Рыбку. Так. И... Чё... Да чё ты глючишь так? И картофель. Да. Я не знаю, может там уже и сделался вот тот покемон. Фиг его знает. Сейчас уже идем. Так, что-то проверим. Пам. Это покемон. Да, покемон. Всегда думаю, тот сундук. Так, да. Уже покемон появляется. Вот такой он будет. Еще немножко. Я уже себе здесь как бы крышу сделал. Огородил нормально, так как рост априконов не зависит, например, как садить пшеницу, чтобы вокруг была вода, или что там еще там, копать грядки, или чтобы солнце было. Это не важно. Ну, там внизу, конечно, вот земля, так как оно нельзя его посадить на дерево. Ну, да и пофиг. Не видно там, что земля. Ну, то тогда же и лучше. Я просто огородил деревом, чтобы, ну, более мне нравилось. Так, сколько там уже? Еще 10%.
22 покеболы. Это все-таки такие много, можно сказать. Два, четыре, 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 три. Давай уже два. Один и insert покебол. И все. Им забираем. Как-то фиг его знает, как мы забираем вот нашего покемона. Так, чё-то... Ты издеваешься? И чё мне делать? Так, иди сюда. Ну, и сейчас... И как его мне забрать? Может... Да, нужно было с голой рукой. Ну, с рукой без ничего. Да, вот наш новый покемон. Как? Энорит? Энорит? Эрент? Короче, забьем на это. Да, чё-то ты не очень таки сильный, как я заметил. Да, атаки у тебя, конечно, не... Ух ты! Так, переснимем вот эту фигню на него, чтобы я немножко быстрее качался. И, ну, ничего, выбираем Пикачу. И попытаемся убить. Ну, даже не попытаемся. Хотя, лучше я переключусь на этого, чтобы уже... Так, наверняка... Да. Ну, сколько там... Ух, нифига себе. Да, наш покемон сразу 10 уровней выиграл. Так. Ну, куда он побежал? Ну, ладно. Так, сколько у него уже? 30 хп и 25 атаки. Ну, не знаю. Много ли это или мало? Пойдем еще немножко прокачаем его. Так, сразу переключаем на... Хотя Пикачу, мне кажется, умрет сразу. А, нет, не... Ну, сразу на этого переключаемся. Он как раз сейчас еще апнет один уровень. Да. Так. Иди сюда. Еще немножко, может, поищем пару покемонов. Я думаю, это в этом эпизоде не буду что-то еще начинать делать. Вот так просто. Делаю себе нового покемона из фосила, который я нашел. И сейчас еще немножко, может, его покачаем, так как он уже 12 уровень. За пару минут, можно сказать. Так, это можно и поднять. На всякий случай. И... Так, желтый я уже не беру. Незачем просто. Да, что-то вообще покемонов нету. Так. Да. Пусто. Как-то вот такие мелкие. Четвертый уровень. Они нам просто-напросто незачем. Так, вот, может, на этого? Или этот сильный? Я не знаю даже. Вот этот. Так, никаких тут покемонов нет. Нормально. Какой-то, ну, нифига себе, 35 уровень. Я даже, наверное, рыпаться на тебя не буду. Я тут какого-то покемона сейчас видел. Где он? Чё-то ты застрял. Еще и урон получил. Так. Чё-то вообще покемонов нету.
на которых можно бы было немножко покачаться. Что-то я микрофон задел. Да, нету вообще покемонов. Тыквы. Тыквы нам не нужны. Хотя... Так. Так, что-то у меня Майнкрафт подлагивает немножко. Я вообще не понимаю, почему. Зависает как-то. Выкидывает даже. Редко, но бывает. Да, вообще ничего нету. Да, покемоны, наверное, все вымерли. Хотя так как-то и кажется. Да, что-то мы вернулись, круг сделали и к дому. Думаю, камень я потом добуду, чтобы теперь время не тратить просто. Да. Покемонов вообще ноль, нормальных, на которых бы можно было качнуться. Восьмой уровень. Ты какой? Тринадцатый. Шестой. Четырнадцатый. А этот вообще сейчас огромный будет. Хотя попробуем, не проблема. Ну... Попробовали. Хотя... Еще... Даже убью его. Даже не убью, а так и будет. Да. Или мой Шермиллион сейчас умрет. Нет. Фу. Так. Это... Даже не знаю. Короче, пусть идет это. Так, наша Нори, не знаю, как он называется, уже 15 уровень. Так, вообще нету нифига. Да, вот и лес заканчивается, а дальше, думаю, смысла нету идти в пустыню. Черный. Не нужно мне даже уже и черные. Тут у меня и их уже много есть. Так, и сюда. Где? Неважно. Чё это там? Четыре здания. Четыре дома какие-то. Чё тут? А ну, сейчас только... Так, а лопаты у нас... Нет, да, нету. Я не знаю. Просто мне кажется, тут какие-то квадраты, а ничего нету. Да, тут ничего нет. Ладно, поднимаемся. Хотя вот, не знаю. Не знаю так почему. Вот, на карте какие-то квадраты, мы в квадрате стоим. А вот тут вообще ничего нету. Я не знаю, почему это так. Да, тут тоже ничего нету. Ладно, идем сюда. Может, что-то найдем, хотя вряд ли. Небольшая такая деревня. Да, тут точно ничего нет. Пустой дом. Ладно, может, еще сюда сейчас пойдем.
в этот лес. В воде никого нету нормального. Жалко. Пойдем в этот лес. Может, если повезет, что-то найдем. Хотя вряд ли. Да, вообще нифига нет. Хотя, я думаю, и так нормально. Сколько мы... Да, тут вообще уже конец. 15 уровней прокачали нашему, нашему новому покемону за пару минут. Ну, я не знаю, сколько там уже эпизод идет. Может, где-то минут 10. Да, вообще нету ничего. Да, еще упать. Железо. Сейчас не буду его брать. Так, вот тут и конец. В воде тоже нету. Всегда нужно смотреть воду, так как там может быть тот редкий покемонок, о котором я говорил. Дратини. Или дратини. Ну, не важно. Ну, короче, он. Дратини. Да, я думаю, тут уже у нас и ничего не попадется. Ну, да, этот слабый уровень. Ну, хотя... Так, он покемон воды и покемон земли. Это как? Два в одном, как бы. Да еще вот такой один покемон. На нем, как я уже и говорил, само легко качаться. Да. Вообще поменяю сразу покемона, так как его, я думаю, буду очень долго бить. Вот тем еще пока слабым покемоном. Так, ну, я не знаю, может еще сюда пробежимся немножко. Вот, вперед. Не буду говорить уже, если повезет, что-то найдем, так как я думаю, уже вообще не найдем нифига. Что это за покемон там? А, какой-то странный. Флаффи, не нужен он нам. Нам он. Я так думаю. Так, покушать немножко. Да, тут уже, думаю, ну точно, просто не будет уже ничего. Да. Еще и напал на нас. Зря. На 32 уровня. Кстати, там, я не знаю, уже 4 уровня осталось, чтобы эволюционировать нашего Шармелеона. Что-то мы далеко от дома отошли. Так, ну, еще, может, вот на этого нападу. И думаю, все. Так как эта серия даже какая-то скучная была. Мы вообще почти ничего не сделали, но я думаю, не нужно, так как мы просто-напросто сделали себе нового покемона редкого. Что-то я не то нажал. Вот это. Сейчас поменяем. Да, так как просто сделали себе нового покемона. Ну, немножко его прокачали. Там, не знаю, сколько. 15 уровней, 16.
И это, думаю, нормально. Как просто для первого раза. За одну серию. В следующем эпизоде я уже думаю, все-таки, если повезет, будем ходить, искать покемонов и может прокачаем нашего покемона уже, нового покемона, вот этого. Энори. Пусть будет так, короче, уже запарился. Если повезет, уже прокачаем его где-то к 25-му, ну, где-то так, да, вот такому уровню. И, может, уже прокачаем нашего Шармиллиона к... Да, вот, железо выпало. Прокачаем нашего Шармиллиона к 36-му уровню. Даже не может, а так оно и будет, так как ему осталось, ну, минимум, просто-напросто минимум один уровень, к 33-му. И потом у меня есть три Раркенди, которые, как бы, поднимают уровень покемону, и я, даже если мне просто будет-напросто уже, ну, не лень, ну, как бы, я уже не дождусь, чтобы наконец-то прокачать нашего Шармиллиона к Шаризарду, к 36-му уровню, и, как бы, использую вот те самые Раркенди. Думаю, все-таки делаю вот так. Да. Ну, не знаю. Думаю, что даже уже можно и заканчивать. Да, еще раз скажу, что эта серия не такая уж и интересная получилась. Просто-напросто ходили немножко. Ну ладно, думаю, следующие серии будут намного интереснее, так как вот у меня уже столько покеболов есть. И еще к следующему эпизоду сделаю где-то 30 покеболов, как вы видели, у меня в сундуке есть еще много априконов. И сделаю себе уже покеболы, и просто-напросто уже будем блуждать по миру и искать новых покемонов, да. Ну что ж, ладно. Если вам понравилось, можете ставить пальцы вверх. Всем спасибо за просмотр. Можете подписываться на мой канал. Еще раз всем спасибо за просмотр, кто смотрел и кто будет смотреть, если может повезет. Ну, в общем, да, кто посмотрел это видео, кто будет смотреть это видео, если будет. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.